Здравствуйте, с вами Александр, и сегодня я хочу рассказать вам о детском кресле категории 2-3, это от 15 кг до 36 кг, и возраст ребенка должен быть от 3 лет до 12 лет, и модель называется Solution Q2 Fix. Данное автокресло Solution Q2 Fix оборудовано системой EasyFix. Она вам понадобится для того, чтобы вы могли установить его в автомобиле. Но для этого нужно заранее убедиться при покупке, чтобы у вас система EasyFix была непосредственно в вашем автомобиле. Это нужно для того, чтобы правильно его установить. Но если даже нет EasyFix, вы можете все равно его установить без этой системы. Я вам чуть позже покажу, как это делается. А для начала покажу, как с EasyFix это сделать. Для этого поднимаем кресло. Здесь есть кнопочка оранжевая. Нажимаем, он выдвигается, переворачиваем. И в автомобиле между сиденьями, если вы нащупаете, просуньте руку, там нащупаете две металлические скобки справа-слева. Это на задних сиденьях справа или слева только бывает в основном. Что нужно сделать? Просовываем и до щелчка устанавливаем кресло. Здесь на EasyFix будет высвечиваться зеленый индикатор, говорящий о том, что вы установили детское кресло правильно. По большому счету установка кресла больше ничего не подразумевает. После чего мы посадили ребенка и через специальные направляющие в подголовнике, вот здесь они, проводим сам ремень. Сейчас я покажу. Сам ремень. Нижняя часть ремня всегда проходит под подлокотниками. Это очень важно. Обязательно следите за этим. И защелкиваем, собственно, защелку. Все. Вот таким образом кресло установлено правильно. И если, как я говорю, в машине нет EasyFix, не переживайте, это на безопасности сильно не сказывается. Вы можете просто EasyFix не доставать, точно так же ставите кресло, посадили ребенка и пристегнули сверху все вместе, и ребенка, и кресло. Но ремень обязательно через направляющий. Это очень важный момент, чтобы, не дай бог, в ДТП ремень не попал ребенку на горло. Он направляющий этого не допустит. Вот. Что касается безопасности этого кресла, это кресло в топовом уровне безопасности находится. Вы можете зайти на ресурсы нужные и проверить эту информацию. Также здесь для увеличенной безопасности при боковых ДТП установлена ЛСП-система, которая устанавливается механическим образом дополнительно. С креслом идут эти накладки. Она дает вам то, что если происходит сбоку ДТП боковое, эта часть ЛСП-системы принимает на себя часть энергии удара, а потом только энергия удара переходит уже на саму боковую часть. Еще чем интересна эта модель, то что здесь запатентованная технология используется регулировки глубины подголовника. Это практически только вот в подобной модели вы можете увидеть у компании Cybex. Она регулируется по глубине. Ребенок уснул, чтобы голова вперед не свисала. Приподняли, опустили, голова прокинется назад. Это очень даже удобная система. И также, чем еще примечательна эта модель, на мой взгляд, это оценят родители, которые эксплуатируют это, будут эксплуатировать эту модель в холодных городах, таких как Санкт-Петербург. Здесь есть возможность расширения боковых частей самого кресла. Когда мы посадили ребенка, у него, вот видите, она растет вместе с подголовником и в ширину тоже. Потому что если вы в пуховике еще особенно будете использовать эту модель, ребенок спокойно поместится. Сейчас я вам покажу, как это выглядит
как эта система работает наглядно. Здесь это видно лучше. Вот. Как происходит эта регулировка. Она раздвигается в ширину. Очень удобная вещь. И чтобы производить непосредственно саму регулировку, для этого есть удобная ручка. Вот. Что касается тканей у этой модели, есть в названии еще присутствует плюс. Если Solution Q2 Fix Plus, то получаем вот эту ткань. Это джинсовая ткань. Эти кресла немножечко дороже, но сама ткань более качественная и износостойкая. Существуют также модели с более простой тканью. Она более синтетическая ткань, чем в плюсе, но она дешевле. И, на мой взгляд, как мне лично кажется, по ощущениям здесь будут видны зацепки. Но это мое личное мнение. Он, может быть, так и не будет. У них очень богатая гамма цветов, что в модификации плюс, что в обычной ткани. Поэтому каждый для себя найдет нужную расцветку. Кстати, в этой модели, что мне очень понравилось, используется система вентиляции. Она установлена как в спинку, так и в нижнюю часть, саму сидушку сиденья. Здесь даже видно отверстие, через которое проходит воздух. Поэтому даже в теплое время года ребенок будет себя комфортно чувствовать. И также в этой модели, когда ребенок уже вырастет до где-то 150 сантиметров ростом, физически, скорее всего, он не будет сюда помещаться, хотя вот с этой системой расширения, возможно, вам хватит ее аж до 12 лет. Ну, вдруг, если не хватит до 12 лет, есть возможность отстегнуть спинку от сидушки, от нижней части автокресла, и у вас останется бустер, то бишь в дальнейшем вам не придется покупать бустер дополнительно, тем самым вы экономите деньги. Вот, собственно, все, что я хотел рассказать вам про это интересное кресло. Подведем небольшие итоги. Мое мнение, я вам скажу, мне понравилось это кресло. Вот в первую очередь, оно для безопасности ребенка создано, и этим требованиям оно соответствует на все 100%. Второе, что мне понравилось, на мой взгляд, очень высокий уровень комфорта. Подлокотники там, где надо, регулируемая часть подголовника, сама посадка достаточно комфортная. Плюс в модельке с названием с плюсиком вы получаете хорошую ткань, она реально приятная и тактильная. Вот, да и в целом создается впечатление очень качественной, хорошей вещи. Поэтому советую вам обратить на нее внимание при выборе кресла в группе 2-3. Вот, это, собственно, все. Вы подписывайтесь на мой канал и ждите новых обзоров. И всего доброго, до свидания.